И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булатико. С вами, как всегда, я Александр. И немножко грязная, пушистая мордашка Булатик. Вон мы бегаем, охраняем. Всяких птичек гоняем, похожих на скворцов. Что-то они в стае собираются. Если вам будет видно, он там на проводах сидят. Целыми стаями, не знаю. Вот. Может, уже собираются улетать в теплые края. Но мы с Булатиком им спуску не даем, да, Булатик контролирует, гоняет, охраняет. Вот такой немножко, да, да, трудяшка такой наш собака. Трудится, не покладая рук. Вон наша коса, бензокоса стоит, на обзорчик на нее снимали. Вот, вон диск на ней стоит, ничего не поменялось. Все стабильно, косим потихоньку. Ну, как ничего не поменялось, вон, смотрите, сколько выкошено. Идемте покажу, похвастаюсь. Вот. Вот здесь вот, видите, да, какие вот такие вот кусты были. Вон еще часть этих кустов осталась. Вот, вот она, поваленная часть кустов. Ну, а часть вот еще растет. Вот. Видите, да, вот такая вот местность. Тут он, смотрите, какие струпала он. Эти оставались, а можно сказать, пеньки корчевать надо будет. Ну, я шучу, конечно, вот так вот. Так что хозяйничаем, понемножку косим, порядки наводим, поубираем тут все, повыкашиваем все, всю эту гадость, которая понарастала. О. Конек сделали на хату, лазили. О. На хате у нас уже конек не будет затекать. Вон верандочку подперли, разваливается веранда. В следующем году будем веранду ремонтировать. Вон там Булатичек. Ой, так, охраняет. Охраняет такая собака чудо-пес. Ой, чудо-собака Булатяка. Ой, такой мальчик, красавчик. Скажи привет зрителям. Не забываем, дорогие зрители. Не жадничаем, прожимаем барский лайк, царскую подписочку. Подписываемся на канал Булатико. Сейчас выходят видосики немножко реже. Выехали на дальний кордон. Интернета нет, света нет. Трактор едет. Вот так. Вот так. Такой наш Булатик охранник. Охраняет маленький такой. Такой маленький зайчик наш, басенький, охраняет. Охранялка такая собака. Вот. Вот немножко у нас сегодня что-то пасмурная погодка. Хотя, в принципе, синоптики дождя не обещают. Ночью было прохладненько. Вот. Но ничего, тем не менее, как есть. Вон ветерок дует. Надеюсь, вам микрофон не мешает. Я вроде так старался закрыть. А там была чусенька гуляет. А так у нас настроение прекрасное, чудесное. Пчелок потихонечку перевозим. Вот тут у нас наши улечки уже теперь стоят. Вон, смотрите. Да, какие улечки у нас тут стоят. Прям красота, ляпота. А. И тут он тоже еще один. Там у нас виноградик растет, надо почистить. Тут тоже кусты поросли под хатой, поразгребаем. Это еще в процессе. Вот. Ну, в общем, трудимся, занимаемся. Вот. Аки пчела. А также хорошо на свежем воздухе. Красота, ляпота, да, Булатик наслаждается, ему тут вообще хорошо, есть что охранять, у него тут свой, да, двор, говорит Булат, у меня целый двор, представляете, дорогие мои. У Булатика есть дворик, где он бегает и наслаждается. Вот. Ну, на этом будем, наверное, заканчивать небольшое наше сегодняшнее видео. Да, у нас сентябрь месяц, наверное, сегодня уже, я точно не знаю, то ли 5, то ли 6 сентября. Вот. Приеду в город к цивилизации, выложу видосики все и сразу.
Так что заходите на каналчик, подписывайтесь, прожимайте лайкосики, да, барский лайк, царскую подписочку. Все как положено. Ну а мы же вам с Булатиком желаем хорошего настроения, времяпрепровождения, душевного равновесия, спокойствия, чтобы близкие, родные вас только радовали, чтобы вы наслаждались жизнью. И все у вас было хорошо, чтобы ваш род приумножался, чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Ой, что там нажралась эта противнющая собака? Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. До новых встреч, мои дорогие. Пока.